Советский спутник «Молния» сгорел в атмосфере Земли. Всего в год сходит с орбиты около 50 спутников. Советский спутник двойного назначения «Молния-1-44», серия «Молния-1», прекратил свое существование, следует из сообщения одного из американских онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов. Объект распался над территорией Зимбабве, говорится в сообщении. Как рассказал РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, долететь до Земли могут лишь миниатюрные фрагменты космического аппарата. Спутники серии «Молния» запускались большими сериями, поэтому исходят с орбиты довольно часто. Обычно они полностью разрушаются в атмосфере. До Земли могут долететь лишь фрагменты массой порядка 500 граммов, сказал ученый. По его словам, всего в год сходит с орбиты около 50 спутников, 2-3 из которых – спутники серии «Молния». Ранее ожидалось, что спутник «Молния» упадет на Землю 25 октября. По материалам сайта newsgra.com.